Глава 2. Три навязчивых вопроса. Жизнь – это моя работа и мое искусство. Мишель Акем де Монтень, эссеист. Если бы только я мог помнить, что эти дни никогда не были кирпичами, чтобы укладывать их ряд за рядом, воздвигая из них добротный дом, где можно было бы жить в безопасности и мире. Но только пищи для вдохновений моего сердца. Эдмунд Уилсон, критик и писатель. На протяжении всей истории три вопроса неотступно преследовали человечество. Первый. Кто я? Второй. Почему я здесь? Третий. Для чего я здесь? Сейчас это может быть и не вполне понятным, но скоро вы увидите, что без практичных ответов на эти три вопроса освобождение от денежной игры невозможно. Также может показаться интересным тот факт, что многие из фрагментов мозаики, которые представлены в этой книге и двух следующих главах, были открыты мне моим дедом за той знаменательной кружкой горячего шоколада в Кран-Монтане. Из-за уважения, даже благоговения, которое я испытывал к своему дедушке и его достижениям, я безоговорочно принял эти концепции, и о них вы скоро узнаете без всяких расспросов. Они не сразу стали по-настоящему реальными для меня, я полностью осознал их значение и мощь и смог оформить их в практические шаги только десятилетия спустя, будучи уже умудренным опытом человеком, и собрав другие недостающие фрагменты, о которых расскажу на последующих страницах. Я убежден в том, что невозможно узнать истинные ответы на эти вопросы, потому что некоторые тайны настолько огромны и сложны, что находятся за пределами всякого понимания на нынешнем уровне нашего сознания и развития. Не имея возможности быть абсолютно уверенными в ответах на эти три навязчивых вопроса, мы все же можем создать такую модель, которая сделает приближение истины достаточно точным для того, чтобы вывести из нее практическую для нашей повседневной жизни пользу. В ближайших главах я представлю некую рабочую модель, которая сможет вдохновить вас к освобождению из денежной игры. Совершенна ли эта модель? Нет. Можно ли найти в ней изъяны? Да. Но несмотря на возможные недостатки, могу уверить вас, эта модель работает очень даже хорошо. В этой и следующей главе я собираюсь представить философский компонент этой модели, и на случай, если она покажется вам мечтательной или белой и пушистой, запомните два момента. Первый. Это важные фрагменты мозаики, несмотря на то, какими они могут казаться на первый взгляд. В главе 6 вы поймете, насколько они действительно важны, а к концу книги осознание их значимости станет глубже. Второе. В главах 4 и 5 я расскажу о концепциях, существующих в современной науке, которые подтверждают и обосновывают философские компоненты этой модели. Это поможет вам, если возникнут сложности с тем, чтобы поверить и принять то, о чем я буду говорить. Давайте теперь посмотрим на первый вопрос. Кто я? Если вы знакомы с книгами, курсами или семинарами движений, известных под названиями New Age, Метафизическая школа, Духовная мысль, то без сомнения слышали такое утверждение: «Мы, люди, являемся духовными существами, переживающими физический опыт». Я согласен с этим заявлением, и кроме того, оно прекрасно встраивается в предлагаемую модель. Тот, кем вы являетесь, на самом деле есть бесконечно могущественное и великолепное существо. Щелкните пальцами, и бум, все, что вы хотите, мгновенно появляется. Ни одна концепция силы даже близко не стоит с бесконечной силой и всемогуществом того, кто вы есть в действительности. Все силы природы и человека, сложенные вместе и умноженные в миллиарды раз, всего лишь точка в сравнении с той мощью, которая имеется в вашем распоряжении. Благодаря вашей прошлой жизни и убеждениям, которые вы сформировали на ее протяжении, это утверждение может казаться или ощущаться чуждым, и тем не менее, это одна из тех вещей, которые вы сможете доказать самому себе и по-настоящему испытать, если последуете моему руководству. Поскольку у вас есть власть создавать абсолютно все, что вы хотите, вашим естественным состоянием является в том числе безграничное изобилие. В своем естественном состоянии вы ни в чем не испытываете недостатка, ничто не отсутствует. Ни одно желание не остается неисполненным. Как бесконечное бытие, вы также пребываете в непрекращающемся состоянии радости и гармонии. К
как бесконечно могущественная, мудрая и изобильная сущность, вы обладаете безграничным желанием творчески выражать себя и всецело переживать свое раскрытие и радость, как следствие такого самовыражения. И на самом деле, как вскоре вы увидите, всякая человеческая жизнь, по сути, является таким творческим самовыражением, невзирая на то, как она выглядит. Переходим ко второму вопросу. Почему я здесь? Вы пришли сюда, чтобы играть. Ваша повседневная жизнь состоит из таких же повседневных обязанностей, но время от времени вы покидаете привычный распорядок, чтобы поиграть в игры самого различного рода. Под играми я имею в виду спортивные, настольные игры, карты, альпинизм, прогулки на велосипеде, банджи-джампинг, гонки, телевизор, кинофильмы, театр, чтение хорошей книги, рисование, пение, слушание музыки, да и вообще все, чем вы по-настоящему любите заниматься. В играх вы находите веселье, наслаждение и развлечение. Вы играете, чтобы испытать самого себя, узнать свои возможности, развиваться и раскрываться. То же самое применимо и к ответу на вопрос «почему вы здесь?». Вы пришли из места, где вы – бесконечное бытие, на другом уровне сознания. Вы тоже решили отложить на время свои повседневные дела, чтобы поиграть в игру. И эта игра называется «человеческая игра», а денежная игра – ее большое подмножество. Это удивляет вас? Играть в игру кажется вам слишком банальной причиной для того, чтобы быть здесь? Или объяснить такие явления, как страдания, трудности и сложности человеческой жизни? Просто оставайтесь со мной, ведь все больше фрагментов головоломки будет открываться. Наконец, последний вопрос. Зачем я здесь? У вас есть общая цель, индивидуальная цель. Общая цель – играть в человеческой игре и иметь от этого все те плюсы, которые получают люди во всех играх. Веселье, наслаждение, развлечение, вызов, развитие, расширение, исследование, выход за пределы возможности и так далее. Ваша индивидуальная цель – играть в человеческой игре, в избранной вами, единственной в своем роде бесконечной сущностью, уникальной и определенной манере. Мы все играем в человеческой игре, но делаем это совершенно разными способами. Даже если кажется, что мы делаем одни и те же вещи, или что делаем вещи одним и тем же способом, или по одним и тем же причинам, на самом деле это не так. Все соответствует нашему индивидуальному, как уникальных, бесконечных сущностей, плану, как станет ясно по завершении главы 5. В своей книге «Творящий космос» Барбара Дьюи пишет, под творящим космосом имеется в виду то, что я назвал человеческой игрой. Теперь я не думаю, что у творящего космоса есть цель более величественная, чем радостное выражение творческих возможностей. Замысел этой величественной конструкции целиком находится в служении этой цели. Он потрясающий в своей простоте и своих возможностях. Он предоставляет абсолютную свободу внутри контекста сотрудничества и взаимодействия. В концепции творящего космоса не существует победителей и проигравших, потому что каждый играет в игру по своим правилам, в которой существуют только победители. В главе 1 мы говорили о том, что началом любой игры является некая идея. Затем создается игровое поле, необходимые инструменты и вспомогательные ресурсы, такие как гольф-клубы, мячи, теннисные ракетки. Разрабатываются правила, предписания и схемы игры, которых все игроки обязаны придерживаться, если хотят принять участие в ней. То же самое происходит и в человеческой игре. Поэтому давайте теперь поговорим о замысле, лежащем в основе человеческой игры. Я являюсь большим поклонником сериала «Звездный путь». В этом сериале упоминается концепция, названная «Основная директива». Основная директива – главное правило, которым руководствуется экипаж Звездного флота в исследовании космического пространства. У человеческой игры тоже есть основная директива. Всесторонне выяснить, что происходит, когда вы ограничиваете безграничную мощь. Когда ограничиваете бесконечную возможность творческого самовыражения, когда ограничиваете бесконечную мудрость, изобилие, радость и мир, все из которого является вашим естественным состоянием. В этой главе я сделаю введение в эту концепцию с философской точки зрения, а ее практическую, повседневную сторону в конкретных деталях мы обсудим в главе 7, когда у вас в руках будет еще несколько важных фрагментов этой головоломки.
Все игры, в которые мы играем, изначально были изобретены кем-то, у кого была для этого конкретная причина и побуждение. Человеческая игра не исключение. С расширенной бесконечной перспективой вообразите, что бесконечное бытие задалось вопросом. Интересно, что бы произошло, если бы я ограничила себя, стеснила себя, скрыла всю мою силу, мудрость, изобилие и радость? Могло бы я на самом деле убедить себя в том, что это все исчезло? Могло бы я убедить себя, что являюсь полной противоположностью того, кто я есть в действительности? Что случилось бы тогда? На что были бы похожи такие приключения и опыт, если бы я осуществил его? Так как вы бесконечное бытие, то чтобы играть в игру ограничений и запретов, вы должны создать альтернативное «я» или личность, которая станет основным игроком в этой игре. Затем вы должны скрыть от этой личности любое знание о том, кто вы есть на самом деле, и всю свою силу, мудрость, изобилие, радость и гармонию. Также вам необходимо создать других игроков человеческой игры, которые будут играть с вами, игровое поле для игры и помощника, который незримо будет вести вас, находящегося в абсолютном неведении о том, кто вы есть в действительности и что на самом деле происходит. Личность, которая играет в человеческой игре, это часть вас, здесь и сейчас читающая эту книгу, часть, о которой вы всегда думали как о себе. Другие игроки, о чем подробнее мы поговорим в главе 6, люди, которых вы видите вокруг себя и с которыми взаимодействуете. Игровое поле – это то, что мы называем вселенной, физической реальностью или трехмерным пространством. Помощник, который сокровенно направляет вас, настоящий вы, ваше бесконечное «я», которого я буду называть на страницах этой книги «безграничным я». Слова здесь становятся несколько неуклюже, но важно понять следующее. Хотя такие аспекты вас, как личность и безграничное «я», ощущаются и воспринимаются отдельными, на самом деле они одна и та же бесконечная сущность, единая на очень глубоком и фундаментальном уровне. Кажущееся разделение – необходимая часть иллюзии, созданной ловкими трюками сознания, о чем мы поговорим в следующих трех главах. С того самого момента, когда вы как личность рождаетесь и начинаете постоянно скрывать от самого себя свою огромную силу, мудрость и изобилие, и создавать альтернативную реальность, игровое поле для участия в человеческой игре. Прежде чем продолжить обсуждение ограничений, запретов и человеческой игры, позвольте мне посеять еще одно семя от все той же Барбары Дьюи, ваше расширяющееся осознание. Таким образом, мы совершенно ошибочно убеждены, что являемся жертвами жизни, а не ее творцами. Такие убеждения заставили нас почувствовать свое бессилие, а мы поспешили заполнить эти воспринимаемые нами слабости научно-технической помощью. Нам не нужно развивать свои естественные телепатические способности, ведь у нас есть телефоны. Можно обойтись без фотографической памяти, так как есть компьютеры. Нет необходимости прислушиваться к инстинкту, возвращаясь домой из дальнего путешествия, ведь его вполне заменяет карта, и можно забыть о самооздоровлении, когда о нас заботятся доктора. Помимо сокрытия своей силы и создания альтернативной реальности для игры в человеческую игру, мы также убедили себя в том, что все места, скрывающие истину, настолько неприятны, опасны, ужасны и смертельны, что поэтому их должно избегать любой ценой. Об этом мы тоже поговорим в следующих главах. Точно так же, как в бейсболе есть 9 иннингов, в футболе 4 периода и в игре в гольф 18 лунок, так и у человеческой игры есть 2 фазы. В течение фазы 1 человеческой игры ваше безграничное «я» использует всю вашу силу, находчивость и изобретательность не только чтобы скрыть всякое знание о том, кем вы являетесь на самом деле и какова ваша настоящая природа, но и удержать вас от обнаружения этого любой ценой. Делается все возможное для того, чтобы не только убедить вас в том, что личность и трехмерное игровое поле реальны, но и чтобы ограничить и стеснить вас настолько сильно, пока вы окончательно не убедитесь, что являетесь полной своей противоположностью. В популярной литературе, посвященной достижению успеха и саморазвитию, этот процесс именуется по-разному, но обычно его называют программирование или обуславливание. Когда будете обдумывать сказанное, спросите себя, случайно ли человеческая игра начинается с нашего рождения беспомощным младенцем, без способностей, знаний и всякого рода изобилия?
Фаза 2. После того, как вы забыли о том, кем являетесь в действительности, и глубоко погрузили себя в чрезвычайно ограниченные и ограничивающие условия в фазе 1 человеческой игры, ваше безграничное «Я» начинает подталкивать вас в фазу 2. С этого момента вы особенно чувствуете свою недостаточность, как будто упустили что-то, как будто больше ничего не имеет значения, как будто должно существовать что-то еще, о чем вы не знаете. Вы начинаете искать ответы и высшую цель своей жизни. Пока вы еще не помните о том, кто вы есть и какой силой, мудростью и изобилием обладаете на самом деле, но все равно приступаете к поискам истины. Ваше безграничное «Я» меняет свою роль, берет вас на охоту века за сокровищами и помогает возвращать силу, мудрость и изобилие, скрытые вами в фазе 1. Как только вы вернете свою силу, мудрость и изобилие, у вас появляется возможность играть в человеческой игре без ограничений и запретов любого рода. Я называю этот момент пересечением точки освобождения. О ней мы поговорим позже, когда все становится очень классным. Между прочим, не случайно, что эта книга встретилась вам на пути. Вы не читали бы этих слов сейчас, если бы на неком уровне не попросили помощи для осуществления прыжка в фазу 2. Или если бы уже не были готовы перешагнуть фазу 2 и использовать эту книгу в качестве обучающего пособия или разминки. К этому моменту вы, возможно, уже задавали себе такой вопрос. Почему кто-то должен захотеть играть в такую игру, обладать такой огромной силой, изобилием и мудростью, спрятать их от себя, а потом искать? Звучит бредово. Но позвольте мне задать два встречных вопроса. Первый. Почему вообще кто-либо играет в какую-нибудь игру? Второй. Если посмотреть честно и беспристрастно на правила, предписания и структуру человеческой игры, то действительно ли они более случайны и бредовые, чем те, которые используются в бейсболе, футболе, игре в гольф, шахматах, шашках или монополии? Мы уже говорили о том, что люди играют в игры, чтобы испытать радость, бросить вызов и почувствовать удовольствие. Несмотря на то, насколько сумасшедшая игра будет выглядеть или до какой степени может быть временами сложной, люди тратят огромное количество времени, энергии и денег на тренировки, всевозможные игры и наблюдения за ними, и воспринимают все это как совершенно нормальный вид деятельности. Почему для человеческой игры должно быть по-другому? С ее поистине безграничными силой, мудростью и изобилием. Подумайте еще о следующем. Почему кто-то охотно покидает свой теплый и уютный дом, чтобы испытать лишения, трудности и смертельную опасность, с риском для жизни поднимается на Эверест или управляет гоночным автомобилем на немыслимой скорости? Вот ответ на эти и другие подобные вопросы, которые уже появлялись или могут появиться у вас. Вы – поразительно отважный дух, вечно жаждущий раскрытия себя и расширения своего опыта. Человеческая игра – небольшая проблема для настоящего «вы». Прежде всего, подлинный вызов в человеческой игре – это забыть то, кто вы есть на самом деле, и скрыть всю свою мощь, так что теперь можно и поиграть. Еще. Представьте, что вы архитектор, получивший заказ создать великолепное здание. Вы визуализируете его в своем воображении, а затем изображаете на плане. Этот процесс уже сам по себе доставляет удовольствие, то есть стоит того, чтобы им заниматься, но еще более волнующе наблюдать, как это здание воздвигается в трех измерениях и становится реальным. Ощущение вызова, удовольствия и награда, которые следуют за принятием идеи человеческой игры, затем от созерцания того, как она воздвигается в трех измерениях, и, наконец, от самой игры, огромной. Сейчас просто позвольте этой идее созревать, пока открываются остальные кусочки мозаики. Может прийти и такая мысль. Ну хорошо, возможно, я смогу принять идею о том, что жизнь – это игра. Но почему кто-то охотно выбирает испытать такие ужасы, как жестокое обращение, болезнь, нищета, непосильный труд, голод, изнасилование, убийство и смерть в качестве компонента игры? Эти вещи не кажутся мне такими уж веселыми или развлекающими меня. Подробный ответ на этот вопрос я представлю в следующей главе, а сейчас позвольте мне поделиться некоторыми соображениями. Тот, кем вы являетесь на самом деле, не видит никакого ужаса во всех этих событиях и действительно хочет принять участие в человеческой игре. Настоящий вы знает, что ни одно из этих событий нереально и что все это игра, точно так же, как вы знаете, что происходящее на экране кинотеатра нереально. Кинофильм может пугать или веселить вас, но вы понимаете, происходящее искусственно,
и в действительности никто не заболевает, никого не ранит, никто не живет, не умирает, и никто не делает миллиона баксов. Настоящий вы знает, что всякий опыт в человеческой игре представлен лишь для того, чтобы создать игру и игровое поле. Настоящий вы знает, что всякое переживание только кажется реальным и страшным личностям, погруженным в него и убежденным в его реальности. И в этом-то и есть весь фокус человеческой игры. Сделать все настоящим, когда оно не настоящее. Доставить иллюзию казаться реальной было самой большой задачей в создании человеческой игры. Но помимо своей кажущейся реальности, человеческая игра должна быть захватывающей и удерживать наш интерес. Обратите внимание на слова Сола Стайна, главного редактора некоторых успешных писателей нашего столетия, об искусстве создания по-настоящему интересного произведения. В самый пик бейсбольного, футбольного или баскетбольного сезона значительная часть американского мужского населения и не менее значительная часть женского тратят часы свободного от работы времени, наблюдая по телевизору за своими любимыми играми. Бейсбольный болельщик, например, надеется, сознательно или нет, дождаться моментов напряженности и неизвестности, когда мяч запущен, но не схвачен, когда раннер устремлен к базе, но еще не достиг ее. Тоже применимо и к другим видам спорта. Зритель, поддерживающий своего героя, испытывает напряженность, неизвестность, беспокойство и удовольствие. Все те вещи, которые читатель надеется пережить, открывая любой роман. Читатель наслаждается ожиданием и волнением, которые в жизни часто приносят беспокойство. Но если они происходят на бейсбольном поле или в книге, доставляют удовольствие. Это же справедливо и для нас, как бесконечных сущностей, полностью погруженных в переживания нашей человеческой игры. Мы тоже хотим в своих ощущениях испытывать напряжение, неопределенность, беспокойство и удовольствие. Стайн продолжает. Ну давайте-ка вспомним, что если какая-то команда, даже команда, за которую мы болеем, выигрывает слишком просто, наше удовольствие от игры уменьшается. Спортивный болельщик и читатель оба наслаждаются противостоянием двух сильных команд, игрой, результат которой остается непредсказуемым максимально долго. Мудрые наблюдения Стайна проливают свет и на то, почему жизнь фазы 1 несовершенна и почему мы создаем взлеты и падения, проблемы, иллюзию конфликта в событиях нашего фильма полного погружения. Мне хотелось бы, чтобы вы запомнили метафору солнца и облаков. Тот, кем вы являетесь, на самом деле, это бесконечно могущественное, мудрое и изобильное бытие. В метафоре это солнце. Когда вы думаете о солнце, вы ведь представляете гигантское количество энергии и силы, верно? Да, это хорошее сравнение. Но когда вы играете в человеческой игре, вы должны создать иллюзию, которая убедит вас, что вы полная противоположность того, кто вы есть в действительности. То есть убедить, что вы жестко ограниченные, стесненные, уязвимые, бедные, слабые и хрупкие создания, беспокойно суетящиеся среди людей, мест и вещей, над которыми у вас нет власти. Это эквивалент создания облачного покрова, размещения его между вами и солнцем, и убеждения себя самого в том, что солнце не существует, а облака – это все, что есть. А теперь ответьте, за облаками солнце по-прежнему светит? Да. Когда свирепствует ураган, солнце все еще светит? Да. Когда ливень стеной, солнце все так же светит? Да. Невзирая на то, что происходит на нашей планете, солнце сияет всегда. То же самое относится и к вам. Несмотря на то, что происходит в вашей жизни, вопреки тому, на что похожи ее обстоятельства, тот, кто вы есть в действительности, не меняется. Вы по-прежнему остаетесь бесконечной сущностью, чьим естественным состоянием является безграничная мощь, изобилие, мудрость, радость и мир. Вы просто убедили себя в противоположном, и я подробно объясню, как вы это сделали в главах 4 и 5. Будучи бесконечной сущностью, вы не можете не реализовать совершеннейшим образом назначение фазы 1 человеческой игры, ограничить и убедить себя в том, что вы полная противоположность того, кто вы есть на самом деле. И у вас действительно появляются проблемы, иногда происходящее кажется бессмысленным, большую часть времени вы чувствуете свою ограниченность, не можете испытывать настоящее финансовое изобилие, по крайней мере, не заплатив за него огромную цену, и у вас не получается оставаться надолго в состоянии гармонии, удовлетворенности, полноты и счастья.
это просто оказывается невозможным. Препятствия и сопротивление достижению своих целей и исполнению желаний должны быть обычным явлением в фазе 1. Ощущение, что чего-то не хватает или что что-то идет не так, будут заявлять о себе сильно или слабо. Почему? Потому что в этом и есть весь смысл фазы 1 – убедить себя в том, что вы полная противоположность того, кто вы есть на самом деле. Если цель подрезать крылья, вы не сможете взлететь. Если цель ограничить, у вас не получится раскрыться. Вот так это работает. Ключевой момент. Чтобы фаза 1 человеческой игры работала, всякая истина должна быть искажена или извращена, чтобы держать вас подальше от нее и вашей силы. Мы неоднократно повторяли, что вся задача фазы 1 человеческой игры – убедить вас в том, что вы являетесь полной противоположностью того, кто вы есть в действительности. Поэтому любые учения, пытающиеся объяснить суть человеческой игры или научить играть в фазе 1, также будут искажены или извращены, или в них утратится что-то важное. Кроме того, чтобы удерживать вас от вашей силы и истины, техники, прилагаемые к такой извращенной и искаженной истине, должны быть саботированы, то есть не будут работать совсем, или не так, как хотелось бы. Если вы примете мой вызов, ожидающий вас в главе 15, и вступите в фазу 2, то увидите это повсюду. В книгах, посвященных саморазвитию, философии, метафизике, мистике, науке и религии, вы будете обращать внимание на то, что преподается и чему учат, и скажете: «Ой, да, это правда». Вы увидите точно, где именно истина искажена, извращена или утрачена. Наблюдать это поистине захватывающе. Например, при изучении такой популярной техники самопомощи, как визуализация, вам рассказали, что вы обладаете безграничной силой и можете создать любой результат, какой захотите, просто мысленно созерцая в своем воображении яркую картинку желаемого. То, что в своем естественном состоянии вы обладаете безграничной силой, безусловно, является истиной. Но в фазе 1 вы скрыли свою силу, так что на самом деле она недоступна вам, главному герою вашего фильма. Истиной также является то, что вы – тот, кто вы есть в действительности, ваше безграничное «Я». Можете создать все, чего пожелаете, но процесс этот не происходит в воображении, которым вы, как личность и главный персонаж вашего фильма, обладаете. Он происходит в другом месте, о котором вы узнаете в главах 4 и 5. Все эти идеи о визуализации, аффирмациях, методах проявления, законе притяжения и других техниках самопомощи – замечательные создания фазы 1. Почему? Потому что их создаем мы. Мы убеждаем себя в том, что они работают, мы применяем их. Но они не работают так, как хотелось бы, и это становится причиной замешательства, разочарования и новых ограничений, совершеннейшим образом содействующих целям фазы 1. Введение я упоминал о своих книгах, где отразилась та же самая динамика. У меня было довольно ясное представление об истине, но чтобы играть в фазе 1 человеческой игры, я должен был несколько исказить ее, и поэтому, в конечном счете, моя система вела меня к неудаче и держала в тисках ограничений и запретов, до тех пор, пока я не стал готов вступить в фазу 2. Фаза 1 человеческой игры разработана для того, чтобы вести к точке, в которой вы чувствуете огромное количество боли и разочарования, где вы начинаете ощущать недостаточность как что-то неправильное, что где-то должно быть больше жизни, что существует что-то еще, о чем вы не знаете. Достижение этой точки на высочайшем уровне интенсивности испытываемых чувств – знак того, что вы готовы перейти в фазу 2, или, по крайней мере, расширить восприятие своих возможностей. Ключевой момент. Часть стратегии фазы 1 состоит в том, чтобы подразнивать самого себя, заставляя поверить, что вы можете исправить ситуацию, улучшить что-то, заставить события происходить спокойнее, получить все, что хотите, стать богатым и счастливым. Но изначально задумано так, что ничего из этого не может случиться, пока вы играете в фазе 1 человеческой игры. Что бы там ни говорили духовные гуру, учителя личностного роста, консультанты по достижению успеха и книги по саморазвитию. Эту тонкую, но очень важную особенность необходимо всегда иметь в виду. Помните, что всякий раз, когда вы решаете сыграть в какую-либо игру, будь то шахматы, шашки, футбол, бейсбол, баскетбол,
гонки, альпинизм или что-то еще. Вы должны играть по правилам, следовать инструкциям и не нарушать структуру игры, иначе вы не сможете играть. В человеческой игре подлинная сила, счастье, изобилие, радость и гармония не вернутся, пока вы какое-то время не поиграете в фазе 2, а я намерен показать вам, как это делать. Именно в фазе 2 открывается выход, который разрешает вам покинуть денежную игру. Я называю этот выход точкой освобождения, и позже мы поговорим о ней подробнее, когда заложен будет весь фундамент. Если вы готовы узнать еще больше правды о человеческой игре и настоящей природе созданного нами игрового поля, переходите к главе 3.